значит, в конце, в третьей декаде июля этого года, после возвращения с реки Тюнг, меня забросили на вторую реку под названием Марха. Марха – это приток Вилюя. Вилюй – одна из крупных рек Якутии, которая впадает в Лену. Но Марха представляет собой реку более плавную, с меньшим количеством порогов, с менее крутыми берегами, чем Тюнг. Ну и растительность там такая уже менее северная, скажем, нежели на прежней реке. Заброшен был около 300 километров в тайгу от ближайшего поселения. Но разница заключается в чем? Что на Тюнг мы были заброшены, это совершенно дикие места, вблизи 500 километров никакого жилья, людей нет, никого нет. А здесь как бы построена такая база отдыха, которая представляет из себя сруб, баню, летняя такая кухня типа навеса, ну и погреб, как холодильник. Там я пробыл около 2 недель и занимался исключительно рыбной ловлей. Дорога и дана, чтоб души внимание не дремало. Человеку важно знать немало. Оттого дорога и длинна. Человеку важно знать свой дом, весь свой дом, а не один свой угол. Этот дом замусорен и кругл, чердаки в нем крыты белым льдом. Закон дороги простой: шагай вперед не спеша, и пусть верста за верстой внемлет дороге твоя человечья душа. Остановка у нас. Перекур и перепив. На двух лодках вышли порыбачить. Просто чисто отдохнуть. Ну, чисто отдохнуть, да. Ну, выпить, закусить. Спиннинги уже надоели, руки повставали. А, кстати, вот первого окунишку, которого я выловил. А вот хлопцы поймали. Тут щука и 5 окуней, да? Да, 4 штучки. Ну, это начало. Сейчас пойдем на перекат ловить линка. Вот, полюбуйтесь Асамужа, он на отдыхе находится. Вот. Видите, какая красивая природа. Это у нас только так может быть. Дома такого не увидите. Ну говори, Сережа, говори, я же снимаю. Так что ты сними вон, сколько я уже рыбы наловил. Ну рыбу-то мы видели уже, сколько ее показывать, одна и та же. Да, полный шефлун, да. Ну не полный, но маленькая есть что-то. Ну вот, я не знаю, как вас зовут. Красную кнопочку нажал. Я нажал уже, все нормально. Ну вот вас папуля, это в реке плывет сам на моторе. Сильный, полный газ. Но чтобы видно было красиво. По сравнению с Тюнгом, там, конечно, рыбалка совершенно другая, более продуктивная. И экземпляры попадались очень солидные. Много было
щуки, того же самого оленка, как на тюнге, но на тюнге ленок крупнее, чем здесь. И много было окуня. Окуня это вообще как с аквариума ловили. Экземпляр в среднем такой окунь полкило, но ловил и по 1,5 килограмма. Причем одного вытягиваешь, вода настолько прозрачная, что смотришь, как косяк идет за ним и останавливается, когда его вытаскиваешь. Потом опускаешь блесну туда-сюда, и они набрасываются. Ну, в общем, вот такая вот рыбалка. Вот спустились 10 километров вниз по течению. Сейчас будем здесь блеснить. Берег позволяет выловить можно щуку, бы окуня. Там ниже уже пойдем, сам перекат. Лучше здесь. Ну вот за перекатом. Начнем отсюда. Да. Хороший, так, да вот нет, не очень хороший. Саня тут вылавливает. Но окунек небольшой. Окунька, да? Вот. Ага. О, ерунда, такую снимать даже не надо. Ты смеет, там, такую, такую рыбу мы отпускаем. Да, такая нам не нужна. Выбрасываешь, аж нафиг она нужна. Так, что-то поймал. Я вообще буду молчать. Саня что-то поймал. Ленок. Ленок? Ага. О, леночек хороший. Поводи, поводи его, Саша, поводи, чтобы он не ушел. Дай ему немножко остыть, чтобы у него реакции такой не было. Воздуху хапнуть, воздуху, главное воздуху. Да дальше. Он маленький ленок. Да, да это ерунда. Вытаскиваем. О, сошел. Да и фикс. Окушок. Окушок. Крупный, но. Угу. Коль, на его. Ого, хороший. Ну что ты материшься? Я же тебе говорю, не ругайся. А идет я не видел, съемка. Что ты снимаешь, что ты не сказал? Вот из глубины там коряги. Все, как раз удобное место для рыбной ловли. Водная лодка. Угу. Вот теперь видать нормально. Вот поплавок. Жух. И взялась жена виброхвостика, да? Да. Да. Вы... Нравится. Кому понравится? За губу, блин. И крючком. Нравится. Вот она. Красавица. Ну вот уже и щука есть, и окунь там лежит нормальный. Но только от этих щук он все руки в крови. Стали как наждачная бумага. Все прокусано, все болит. Потому что пасть вон какая. Ах ты твоя. Что? За глаза ее бери. И комарьё-то. Плавает окунь. Один. Вон там стайка еще. Вон. Подошла. Прямо под берегом. И вот их здесь... Немерено. Вчера здесь останавливались, наверное, штук 50 их выловили, окуней. Ну, хорошие такие окунишки были. Мы сейчас их выбрасываем. Берем только крупных, полкило и выше. А вчера я здесь поймал на 1,5 килограмма. Сытые, наверное. Угу. Вот она, вот она там идет. Оп, цап, цап, схватил. Эх, не подсёкся. Ну-ка, давай второй. Быстренько. Этик. Нет. Посмотри. Дураки, а. Макс вытягивает щуку, которую пытался вытащить уже 2 раза. Запинал. Изверг, блин.
Сейчас Макс берет нейтрализатор и успокаивает щуку. Такая небольшая алюминиевая палочка, залитая свинцом. Покажи, на что поймал. О. На вокуня. На вокуня, да. Что, вы выловили пару щук хороших? Ну, одна хорошая, одна так себе. Окуней десятка-полтора. Можно было наловить их здесь несметное количество. За час ловли можно каждый мог наловить и налавливали где-то 25-30 килограмм рыбы. Рыбу солили, коптили, вертолетами привозили там ребят, которые 2-3 дня хотели отдохнуть. И мы рыбу отдавали им, они улетали уже с запасами. Уходим на сутки. Вернемся завтра утром. Это вот наша пристань. Вот туда вот поедем. Откуда начинается река? Как возникает первая строка? Когда перо берет твоя рука и пишет слово? Тогда, когда дорога нелегка, когда бегут по небу облака, звезда мерцает в чаше родника, ты счастлив снова. Я жадным не был в жизни никогда, друзьями безен не был никогда, а годы, как веселая вода, бегут сквозь руки. Но если жизнь мне повторить опять, я ничего не стану в ней менять. Ни одного мгновения, ни дня, ни горечь, ни разлуки. Сейчас на нее подошли, с берега снимаем. О, что делать? А здесь вся яма в ельце. Видимо, зашел сюда. И так же мало нужно было б мне. Совсем немного. Я песни пел бы тем, кого любил, и воду из ручьев хрустальных пил, а радости терял и находил на всех дорогах. Кораблики ныряют по волне, бегут по речке Северной Двине, и детская рука протянет мне листочек белый. Я напишу на память по строке друзьям моим в далеком далеке, и уплывет кораблик по реке, как будто небо, откуда начинается река. Зацепил щуку крупную, ну килограмм, наверное, на 10. Ну вот, не знаю, как я ее буду выводить. Тут обрывистые берега. И это будет сложно достаточно. Вот одной рукой снимаю, одной держу спиннинг. Моя задача ее замучить, чтобы она обессилила. Еще надо, чтобы выдержала леска. Вот вроде бы
рыба чуть-чуть уморил. Это только кажется. Если сейчас ее подтягивать, сейчас как начнет долбить. Так, и подсака у меня нету, ничего у меня нету. У меня у мужиков. О. Пошла таскать. Ну вот, наконец-то монстра я вытащил этого. Щучка козырная, конечно. Вытащил на берег, подтянул чуть-чуть до травы. Потом рукояткой ножа по башке стукнул. Подцепил палкой под жабры, потому что разодрали они мне уже все руки до мяса. Но я сейчас вытащил ее. Хочу его на поверхность вывести, хотя бы посмотреть на него. Вот он. Вот это чудище. Вот это чудище. А вот точно, елки. А я близко его. Все, вижу. Давай, давай. Вот сейчас хорошо вижу. О. Это крымский рыбак. Творит в Якутии чудеса. Вот это вот экземпляр. Достойный каждого рыбака. Вот это у меня, кстати, второй. Сейчас вот на этой косе это уже пятого этого самого выловил. Красавец. Вот этих две щуки, которые я вот сейчас в течение часа поймал в одном месте. Вот за мной находится берег зелененький. Вот на этом бережку 5 штук поймал. По общей сложности уже где-то с десяток за полдня. По реке вниз по течению, вверх по течению, вниз уходили до 50 километров. Почему так далеко? Потому что, ну, как нам говорили, там излюбленные щучьи места. Ну и действительно, по фильму там будет видно, видны такие заросшие сочной, зеленой, высокой травой берега, заводи, в которых вот и стоит щука. Множество малька, питания очень много, и она стоит прямо под берегом. Вдоль берега так бросаешь, метров 10 от берега, тянешь спиннинг, и на блесну она берет. Экземпляры по 10-12 килограмм. Ну, это не часто, ну, каждый день, в принципе, кто-то из нас таких вылавливал. А в среднем щука это 5-6 килограмм. Ну, сейчас мы посмотрим, красивый рыбак, кто сюда ловит рыбу. Вот это да, красиво. О, какая рыба большая. Ёлки зеленые. Как и Саня, он что-то. У меня голос такой, правда, противный. Ну, рыба-то красивая. А у меня щучка. А где, что? А вот. Да вы что, на пару соревнуетесь, что ли? Кто лучше вытащит, кто больше? Она ушла.
ушла. Вот, все ушла. Это у нас есть, сидит там. О, вот что бурлит, что делает. Смотрите, смотрите, как он делает тут вещи. Все, Сергей Борисович достает ее. Прям наглую достает, наглую руками уже хватает, уже не на спине, а так, руками. И, о, видишь, она... и блесна сорвалась. Во, и блесно оторвал, его... ну не года себе. Похоже, что Саня поймал, зацепил да, щуку. Блесна убрать, это сейчас зацепит, это лимон хороший. А, щука. Нет, щука, наверное. Щука. Долго мы ее... О, хорошая щучка. Хорошая. Ты его умори, Саша, иначе сорвется. Умори его немножко, да, и поотдыхать немного. Щука. Эти черти... Вокруг лодки потаскаем. Эти черти по лодке прыгают. Надо же вот это. Ну, да. Наловили сейчас линков в основном. Да, не в основном, а одни линки. Ну, несколько окуней. А вот сейчас... О, сейчас